мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Болтушка Веселушка. Снова Roblox. Надеюсь, у меня получится. Айда со мной! Ух тышка! Я, кажется, уже в игре. Ой, смотрите, мне надо выбрать. Это будет мой первый питомец. И я должна придумать его имя. И я думаю, что это будет моя девочка. А звать ее будут Матильда. Да, я назвала девочку Матильда. Это первый. Ого, можно 35 штук. Ладно, давайте изучать здесь что к чему. Я хочу на это посмотреть. Вау! Так, мне сказали, что можно на ролик нажимать, тогда я смогу все увидеть со всех сторон. Я хочу на это взглянуть. Ого, посмотрите, друзья! Это просто невероятно! Какие дома красивые, вы только гляньте! Они все разноцветные! Ох, тышка, мне нравится! Так, в какой домик зайдем? Давайте выберем какой-нибудь цвет. Я думаю, зеленый. Ну-ка посмотрим, есть там кто-нибудь? А ну-ка приблизимся немножечко, а то что-то не видать ничего. И к дверце! Тук-тук-тук! Ну-ка посмотрим, поглядь. Ой, ребята, да тут вообще ничего нет. Коробка и коробка. Я пошла обратно. Так даже не интересно. Эти домики стоят просто для красоты. О, а что вот это такое? Это что, монеты? Друзья, вы когда-нибудь на полу видели столько монет? А, это фонтанчик. Это, кажется, фонтанчик. Ребята, мне здесь нравится. Супер! Ух ты! Так, а взять я могу? Нет, я не могу взять ни одну монетку. Богатство такое валяется, а я ничего сделать не могу. Ладно, пойдемте вот сюда. Ого! Ого, какие цены! Ого, 3 миллиарда 500 миллионов! Что это за стоимость такая? Это максимум, который нужно насобирать? А здесь яйца, посмотрите! Самое маленькое яйцо. В нем могут попасться вот такие вот животные. И стоит 275 монет. Так, а это? Ух ты, а здесь поинтересней. Правда, стоит это 2500, ребята. Это, конечно, я вам скажу, не очень интересно. А это яйцо 46 тысяч стоит, представляете? Так, погодите, а это подарочки. Ой, какие хорошенькие. Так, давайте-ка выберем чего-нибудь. Чего? Ребят, вы что, издеваетесь? 2 миллиона 250 тысяч, а это 30 миллионов. Интересно, самый дорогой подарок сколько стоит? О, ой, а это, кажется, не самый дорогой. Это самый дешевый. А вот здесь... Ого, друзья, вообще невероятное количество, просто миллиарды и 100 миллионов. И что это интересно, я должна собирать? Неужели эти монетки? Ладно, я попробую собрать. Возьмем хотя бы одну монетку, надо же с чего-то начинать. Так, я беру вот эту монетку. А вы обратили внимание, что как-то странно у меня здесь? Никого нету, пустота, ни души, ни человека. Ладно, монетка, наберись. А что она не берется, друзья? Не берется моя монетка, представляете? Да что ж такое, ну не берись, ну берись же ты. Слушайте, ни там не могу взять, ни здесь. А может быть так? Ой, смотрите! Кажется, я не могу брать монетки, а мой питомец Матильда может. У меня появилась первая монетка. Матильда, собери еще. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Ох, тышка, смотрите, собирает. Теперь у меня две монетки. Правда, как собрать 25 тысяч, например? Я смотрю, у людей уже миллионы, представляете, как так они играют? Подождите, может быть, эти монетки отличаются друг от друга? Давайте посмотрим. О, поглядите, вот эта монетка, кажется, побольше будет. А ну, Матильда, давай, быстро собирай. Слушайте, а что это такое, вот это за кнопочка? О, смотрите, я помогаю моему питомцу. Собери, пожалуйста, мне монеты, а я тебе помогать буду. Круто, смотрите, у меня прям помощь такая получается, она что-то долго собирает, вам не кажется? Ну-ка, это 3 монеты.
монеты. Здесь есть большие монеты и маленькие монеты. А есть, смотрите, кажется, это целая кучка монет. Правда, Матильда, наверное, будет собирать вот 1000 лет. Ладно, Матильда, давай, нам нужен какой-нибудь новый питомец, чтобы побыстрее монетки собирать. Ну как, ты готова? И я с тобой. Ого, это будет много. А ну-ка, может быть, мне повезет, и я все это насобираю. О, как долго, ребята, невероятно. Надеюсь, не будет 10 монет, а будет хотя бы 100. Друзья, поддержите меня вместе с Матильдой. Давай, давай, давай. У-ху! Так, так, так. Ну-ка, давай, Матильдочка, давай, нам еще совсем чуть-чуть осталось. Это сложно, это реально сложно. 45, 41. Ого, класс, друзья, мне нравится. Мне нравится такое собирание. Так, еще бы чуть-чуть, еще бы немножечко. И, Матильда, ну скорее же, ну это же просто невыносимо. Как же это долго. Получилось всего 15. Друзья, это даже не серьезно. Вот реально говорю, это не серьезно. Я так буду 1000 лет собирать. Может быть, здесь есть что-то побольше? Давай, Матильда, я тебе помогу. Надо бы побыстрее. Еще быстрее. Еще быстрее. Отлично. Уже 21. Так, здесь есть еще покрупнее монетки, я вам скажу. Давай, Матильда, здесь собирай. А я пойду искать, где у меня есть такое место, где можно было бы собрать много-много. И сразу-сразу. О, смотрите, вот здесь вот кучек очень много. Целых 2. Подойдем сюда поближе. А где моя Матильда? А ну-ка, посмотрим. Ты же собрала? Иди сюда, немедленно. Вот на эту самую кучку. Нам надо все пособирать как можно быстрее. 30 монет. Очень-очень долго. Просто невероятно. Хотя вот здесь вот должно монет все-таки быть побольше. Давай собирай уже, не ленись. Мы с тобой должны быстро насобирать на нового питомца. Интересно, кто это будет? Так, собирай, Матильда, собирай. Давай, 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 давай. Вот так, хорошо. Ох, если бы эти штуки были бы побольше, подлиннее, получше. Ну вот честное слово. Кстати, давайте посмотрим на нашу кошечку. О, смотрите, она уже 3-го уровня. Она даже на ползвезды раритетная, представляете? Ой, кажется, Матильда уже справилась. Эй, Матильда, давай следующий. 60 монет, как же долго. Пойдемте походим, может быть, что-нибудь найдем интересное. Может быть, побольше монет. Вот это вот мне нравится, смотрите. О, привет, приятель, наконец-то хоть кто-то появился. Эй, здравствуй. Эй, привет, а где твой дружок? Ну, покажи. Ну, ты что, тоже новенький? Надеюсь, что это кто-нибудь из знакомых. Например, мой подписчик. Почему бы ему сегодня не поиграть? Эй, я тут. Как тебя зовут? Фрипертс 125. Прикольное имя, приятель. Только ты еще не выбрал, кажется, своего персонажа. Ну ладно, не выбрал, ты не выбрал. Матильда, ты там собираешь? Уже 1000 лет прошло. Говорят, что здесь должно быть еще больше монет. Только где? Наверное, нужно аж туда двигаться. 25 000 собирать. Ну что, приятель, ты выбрал своего друга? Нет, что-то он застрял, ребята. Может быть, у него какой-то специфический друг? Эй, Матильда! О, Матильда справилась! Иди ко мне. Вот, срочно сюда. Ну, наконец-то прискакала. Я тебе даже помогу. О, смотрите, мы уже 100 насобирали, представляете? Эй, ну, Матильда, ну давай собирай, а ну. Ну вот, я тебе уже помогаю, как могу. Ну, вот, честное слово, ты мне только не мешай. Ну, я вот вроде бы попадаю. И вроде бы быстро. И вроде бы молниеносно. Так, 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 выпадают денежки. Супер! Слушайте, это нереально сложно начинать с самого начала. А вы напишите мне, дорогие подписчики, какие у вас есть питомцы? Может, они какие-то странные, какие-нибудь интересные? Опишите обязательно, а еще напишите, сколько вам денег удалось собрать. И как их собирать побыстрее? Это же всего лишь 100... Ого! Друзья, вы видели? У этого приятеля, ого,
Классные какие-то ежики! А у этого один ежик. Ну, привет! Собираешь монетки? Я тоже, между прочим, собираю. Так, только я пока ничегошеньки не вижу подходящего. Вон! Ого, смотрите, куда он бежит! У него 3-4 питомца, и он может туда пройти? Значит, и я могу! Я бегу! Так, мне надо всего лишь нажать «Е». Так, я нажимаю. И не могу пройти. У меня нету 25 тысяч, а у него, видать, есть. Клево. Ладно, пойду собирать, что есть. Давай, Матильда. А можно тебя со стороны пустить? Вот так. О, смотрите, у меня получается, можно не приближаться к денежкам, и можно ее пустить. Вот, смотрите, здорово-то как. Ну-ка, собирай. Ну, давай поскорее, я уже хочу нового питомца. Кстати, давайте посмотрим, на каком Матильда уровне. На 5-м, представляете? Ого, вот это круто! Я за тебя очень рада. Ну давай же, ты собирай побыстрее. Ты же уже на 5-м уровне, ты же уже не как черепашка собираешь. Ты уже должна побыстрее работать. Вот так. Вот так. Ты, пожалуйста, от денег не отходи, а собирай поскорее. Я тебе, между прочим, помогаю. Отлично. А теперь вот эту вот большую монетку. Ну давай. Мне надо 200. Я просто чувствую, что я сейчас куплю еще одного приятеля для себя. Давай сюда. Отлично. Собирай поскорее. О, смотрите. Эти она так быстро собирает. Ну-ка, эту давай собирай. Правда, это очень-очень мало монет. А ну-ка. 5 монет, да? Ой, 5 монет. А вот есть 1 монета. А интересно, за сколько она соберет 1 монету? Ну-ка. Вот мы идем и сразу. Не сразу. Все равно какие-то секунды должны пройти. Ну что ж, Матильда, у тебя хорошо получается. Я, между прочим... А это что такое? Это еще одна. Ладно, заберем его, потому что тут больше, по-моему, ничегошеньки нету. Давай, Матильда, иди. Я очень рада, что ты сейчас насобираешь мне на нового персонажа. Ну где же ты? Ну побыстрее, можно двигаться. О, какая она чуча-чуча. Ладно, Матильда, ты пока собирай, а я пойду до персонажа посмотрю. Хотя бы узнаю, сколько он стоит, потому что я не помню, с какими копейками. Так, ну-ка, пойдемте. Вот, я пришла. Итак, смотрим. О, 275, это почти 300, Матильда. Мы с тобой так вообще ничего не успеем. Я очень-очень хочу. А ты что стоишь? Вот что ты стоишь? Пойдем собирать золото. Ты же, наверное, можешь вон за 25 тысяч уже все себе купил. И можешь там спокойно собирать целую толпу золота. Не то, что я по одной штучке. Интересно, здесь есть кто-нибудь, кто такой же, как я? Нет, кажется, нет. Представляете, у меня 225, а у остальных 228 миллионов, друзья. Это невероятно. Я абсолютно полностью начинающий. Ну что ж, я пойду покупать. У меня ровно 275 монет. Это именно столько, сколько нужно для нового питомца. Итак, где мое беленькое невзрачненькое яйцо? Я готова. Ну, я купить хочу. Но я подошла поближе. Купить, говорю, хочу. Что оно не покупается? Так, еще может ближе. А, надо на кнопочку нажать. Да, хочу потратить. О, и правда я... Это что? Это новый котик? Ребята, мы тут не договаривались. Ну ладно. Так, мне надо, кажется, его распаковать. Хорошо. Но есть в этом, конечно, и позитивный момент. Смотрите, я с 2 котиками. Ну пошли, ребята. Так, а как же мне второго-то назвать? Пускай моего 2-го котика будут звать Тимми. Да, Тимми, именно Тимми. Ну что ж, ой, кажется, я его и не назвала. Почему? Кажется, 2-го котика назвать невозможно. Его тут Зач зовут. Ну, пускай Зач. Хотя Тимми мне больше нравилось. Ладненько, пойдемте собирать. У меня опять 0 монет. О, здесь смотрите, сколько. Ого,
Вот это ты крутой, дружок, ну ты даешь! Какой костюмчик, настоящий рыцарь, да еще и с хвостиком. Ладно, беги отсюда, рыцарь, нам и так монет маловато. О, а этот приятель, кажется, покупал себе новеньких. Ого, какие у него красивые, как они светятся. Модный, модный парень, честное слово. Только здесь мне ничего не перепадает. Интересно, будут ли они быстрее добывать то, что я им показываю? Вот, добудьте мне вдвоем вот эту штуку. А можно пустить одного на одну, а другого на другую? Попробуем. Так, где они? О, как же они медленно двигаются. Особенно тот, который первого уровня. Ну давай, собирай мне. Посмотрим, как они это вдвоем будут делать. Ну-ка. Ой, смотрите, вдвоем и правда быстрее. А если я им помогу, вообще будет клево. Смотрите, как здорово. Так, коты мои любимые, увеличиваем уровень. Побыстрее, становимся третьим, десятым, пятнадцатым. Интересно, да куда можно увеличить уровень моих котиков? Ну же. О, здорово. А теперь давайте пустим их в разные места. Вот одного сюда, а второго вот сюда, например. Ну-ка. Слушайте, класс. Ой, а это кто? Чё хотите-то? Хотят поменять своих? Вы чего, с ума сошли, что ли? Как же я их поменять? Ого, сколько у него! Какой крутой! А можно поменять? На кого? На вот этого, например. Нет, не хотят. Ну и ладно, не хотите, так хотите. Но не хочу я никого менять. Не хотят они менять. Все, до свидания. Ноу, я же сказала, ноу, вот все. Пока! У меня уже коты все пособирали. Конечно, они не хотят меняться. У них-то никаких уровнях высоких. А у меня несчастная, вон, только Матильда 6 уровня. Ну что ж, мы будем прокачиваться дальше. У меня будет котик достойный для обмена. Так, отлично, помогаем новенькому. Новенький. О, Матильда, давай собирай пока вот это, а я новенькому помогу. Прокачивайся поскорее. Я надеюсь, что ты будешь вот следующий, давай. Ого, слушайте, что-то вообще ничего нету стоящего. Ну, хоть бы что. Да, не буду я с тобой меняться, не буду. Он хочет котенка на щенка? Нет, я не буду. Вот у тебя котята есть. Не хотите, как хотите. Так, все, пока. Пока. Слушайте, что-то они ко мне пристали. Друзья мои, подписчики, если не хочу меняться, как я могу от них избавиться? Вот не хочу я с тобой меняться. Что ты ко мне прицепился? Вот, ты же не хочешь моих котов маленького уровня. Ты хочешь у меня что-то посерьезнее отобрать. О, смотрите. А можно я здесь вот что-нибудь возьму? Все равно же вам оно не надо, правильно? О, а мои котики сейчас справятся. Правда, это слабенький котик, да? Да, кажется, это первого уровня. А вот здесь вот дела пойдут побыстрее, я надеюсь. Ну-ка. Хотя, почему мой второй котик первого уровня? Давайте посмотрим. Уже второго, между прочим. А этот какой красавчик. Он скоро на одну звездочку заработает. Первого. Ничего не первого. Так, мы выходим отсюда и, конечно же, помогаем моему коту. О, смотрите, кто-то пришел. Ты куда пошел? Ты собирать должен. Иди собирай монеты. Слушайте, так тяжело, когда их двое, честное слово, ужасно тяжело. Так, я помогаю котику. Ну-ка, быстрее. Ну-ка, побыстрее, ну можно побыстрее. Вот, мы все забираем, у тебя получится. Совсем чуть... О, смотрите, Матильда уже справилась. Так, быстро, вообще невероятно. Ура, получилось. У меня уже 185. Ребята, это достаточно быстро. Так, давайте подойдем вот сюда и посмотрим. А это что за светящаяся штуковина? Ого, что это? Друзья, что это? Это сундук. Ребята, это сундук. Так, два моих кота быстро приближаются к сундуку. Быстрее. Я буду вам помогать. Ого, какой огромный сундук. Друзья, кажется, у меня сейчас будут соперники или противники. Класс. Сейчас посмотрим. Ого, ребята, кажется, я смогу купить не просто новенького котеночка или щеночка. Я смогу на уровень выше купить.
Представляете, это будет здорово. Так, ну только мне надо этот сундук добыть, друзья. Мне надо его добыть. Давайте, котики, вдвоем наляжем. Втроем. Эй, эй, давай, давай, собирай, это сейчас придут. Ребята, сейчас придут мои конкуренты и съедят этот сундук. А он просто невероятный. Я не хочу ничего делать. Мне нужен сундук. Так, давайте посмотрим, конкуренты не идут за ним? Нет, не идут. Вот там и стойте. А мы тут пособираем, малехонька. Пособираем. Здесь никого нету, это уже хорошо. Ого, как же это долго, вы себе не представляете. Когда у тебя два несчастненьких, сопливеньких котенка, это нереально долго добывать этот сундучище. Ну же, давай, 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 давай. Ого, получилось, представляете? 738, а обещали 1000 с чем-то. Ой, а кто-то бежит, привет. А у тебя есть какой-нибудь приятель? Да, кажется, она ищет кого-то и не найдет. Она прошла, вообще нечестно. Ладно, собираем, ребятушки, собираем. Интересно, как мои котята прокачались? Это на 8 уровне, а это уже на 4. Друзья, классно, классно, классно. Так, котики, я вас верю. Вы мне уже все пособирали? Молодцы, теперь этот следующий. Где у нас тут еще добро всякое? Так, надо где-нибудь там остановиться, где можно пособирать что-то стоящее. Я что-то вообще ничего не найду. Ого! Смотрите, сколько у него! 1, 2, 3, 4. Ой, а какие они интересные! 4-головый, 3-головый. Какие быстрые, какие классные. И он, конечно, идет куда-то туда, далеко. Ну и что ж, ну иди себе. У меня, между прочим, уже 798 монет. И я собираюсь взять еще больше. Давайте, котики. Как же обидно, когда монеток так мало. Я совсем на маленьком уровне. Вот правда, честное слово. Так обидно до ужаса. Дайте мне еще такой же сундук. Я очень хочу его получить. Эх, ничегошеньки нету. Ну, появись. Ну, сундучок, ну, миленький. Ну, я тут собираюсь, стараюсь. А ты не появляешься. Разве это возможно? Ну, куда пошел? Вон тут собирай, тут хотя бы большие монеты есть. Вот, раз тебе монетка. Вот так вот. А ты там уже справился? О, как долго. Все-таки 8 от 5 сильно отличается. Это я вам честно скажу. Поможем немножечко. Так, иди ты тоже сюда. Вот тебе монетка. Мы сейчас этому поможем, красавцу. Давай только большие монеты собираем. Вот эту монетку соберите, друзья. У меня сейчас будет 1000, представляете? Погнали! 1, 2. Ой, второму помогать не надо, собирать просто молниеносно. Так, ну я тебе помогу. А ну, посмотрим, прокачался? Еще 4-й уровень. Но ничего, меня это уже радует. Кстати, смотрите. Ого, как он быстро уровень набирает. А этот уже набирает подольше. Что ж, давай еще. А ты вот сюда беги. Отлично. Ну что, не появились больше сундуки? Ну хотя бы один маленький. Так хочется сундучок какой-нибудь. Правда, очень хочется. Побежали разыскивать, пока мои котята все собирают. Так, вот здесь вот есть такая торбочка монеток. Вот, давай, один котенок вот сюда. Отлично. А второй вот здесь вот подсобирает немножечко. Ну-ка, бежишь? Вот, смотрите, в разных направлениях двигаются, так смешно. Если бы они еще по дороге сами собой монетки собирали, было бы вообще прекрасно. Эй, котик, обормотик. О, смотрите, как быстро стал собирать мой котик монетки. 1, 2, мне ему чуть-чуть помочь, и он уже все, полностью справился. Так, еще. Вот так и вот так. Я хочу купить какого-нибудь классного. Правда, для этого мне надо... Ого-го, сколько всего. Так, Катюська, иди вот сюда. А мы возьмем вот этот вот, поможем моему 4-му уровню. Наверное, это 4-й уровень, я даже не знаю. О, это будет долго, мне нужен сундук.
Мне надо большущий сундук. Привет, приятель. Мне сундучок нужен. Слушайте, а может быть купить больше маленьких и посмотреть, как они будут собирать? Они-то гораздо быстрее соберут. Ну нет, я не хочу меняться, у тебя слишком крутые животные. Это не по мне. Эй, куда пошел? А ну вернись немедленно, ты куда пошел? Эй, вот сюда иди. Отлично, так, слушайте, котик мой уже собрал, как быстро. Ну давай собирай здесь. Слушайте, вообще сундуки не появляются, так обидно. Ужасно просто. Зато появляется больше вот таких вот симпатичных. Ого, как он был, ничего себе. Они просто молниеносные. Они мне ничего не оставили, мои монетки. Вот только тут один стоит и ничего не делает, представляете? Но мы возьмем здесь монетки. Я надеюсь, что мои котики смогут их забрать. Ну и возьмем вот здесь вот одну монетку. Давайте, давайте, собирайте. А то эти злобные так быстро собирают монеты, просто молниеносно. Ну что ж, друзья, сундуков нету, ничего больше нету. Пойду-ка я. Что за мной бегаешь, крылатый? Ой, фу, вы смотрите, у него на рогах какие-то... А это что, пауки, что ли? Ох ты, вот это да! Да, крылатый есть крылатый. Смешной до ужаса, птичка какая-то. И чтобы насобирать мне на яйцо второго уровня, мне надо 2500, друзья. Это очень много. Поэтому я решила все свои монетки потратить на яйцо первого уровня. Да не хочу я с тобой. Я собираюсь яйцо прикупить. Вот, смотри, я подхожу поближе и беру себе яйцо. Может быть, кто-нибудь новенький попадется. Ну-ка. Бах! Собачка! Розовая собачка! Вы это видели? Класс! Она мне очень нравится. Так, но у меня есть монетки, я могу кого-нибудь еще прикупить. Ну-ка, попробуем еще одно яйцо. Давай! Еще одна кошечка. Друзья, у меня слишком много кошечек. А ну-ка, давайте посмотрим. Могу я выбрать собачку? Да, могу, а кошечку? И кошечку могу. Ого, у меня все четверо будут собирать монеты. А если я возьму еще одного животного? У меня монеты-то есть. Ну-ка. И давай. Ну-ка, стоп. О, еще одна розовая собачка, представляете? Так, и выбрать ее я тоже могу. А ну-ка. А, нет. А этому, я думаю, что мне нужно подкопить на яйцо второго уровня. Интересно, какие животные там попадутся? Вы обязательно мне пишите об этом в комментариях, потому что я об этой игре ничего не знаю. А я попробую сделать ход, пустить четверых животных на одни монеты. Раз, два, три, четыре. Ого! Что, хочешь поменяться? Но у меня есть только собачка первого уровня. Могу предложить. Ага, будет он со мной меняться. Посмотрите, какие у него животные. У него есть собачка пятого уровня. Хочу поменять свою собачку первого уровня на твою пятого. Пойдет? Что, поменялись? Ну-ка. Что, хотите? Всех животных хотите? Нет, только собачку. Окей. Ой, что-то я поменяла вроде бы, нет? А ну давайте посмотрим. Ого! Ребята, это что, мне подарили просто? Друзья, как такое может быть? 3 звезды! 4606 и 4420. Вот это подарочек! А, что хотите? Я больше ничего не хочу. Спасибо, окей. Но пока я пошла, пока он не опомнился. И что, я могу взять этих животных прямо сейчас? Это кто мне дал? Ты или ты? О, какие классные, какие они модные. Какие у них животные смешные. Мне нравится. Так, я хочу выбрать новеньких. Подарочек от кого-то, не знаю кого. Так, Фрай Кайнд и Айс Квин. Они мне что, вдвоем подарили животное? Так, я хочу выбрать. Окей, а как мне избавиться от одного? Вот, например, от одной кошечки. Я ее не буду брать. И собачку я хотела бы взять. Ну, давайте я возьму вот этого животного. О, смотрите, получилось! О,
Ес! Это просто невероятно! Так, давайте я и собачку, наверное, пока брать не буду. Или все-таки собачку возьму, пока котика не буду брать. А возьму вот этого. Вы представляете, что это будет? А это правда мои? Это реально мои, друзья! Я вообще поверить не могу! Вот это да! А ну-ка, давайте посмотрим, какой уровень. Так, у этого красненького Firekind. Уровень 4606 на 3 звезды. А у этого 4420. Вот это да! Вот это подарочек! Ну, спасибо, друзья! Не знаю, кто это мне такое подарил, но это просто обалдеть, как круто! Смотрите, я не двигаюсь! Класс! Спасибо! Так, а куда ты запрыгнул? Эй! А куда вы? Они могут запрыгивать! Смотрите! Мои новые животные могут прыгать! И я вместе с ними! Эй, погоди! Мои все животные могут прыгать! А как мне запрыгать? Запрыгнуть побольше? Вот так! А, я не могу больше прыгнуть! Вот так! Ой, там сундук есть! Я хочу прыгнуть! Так, погодите, а зачем мне-то прыгать? Я-то могу не прыгать, я могу отправить туда моих зверюшек. Правда, ого, смотрите, подарок какой-то. Ну-ка, пойдет кто-нибудь? Нет, к сожалению, я не могу никого отправить к этому подарку. Хотя мне так нравится вообще. А может и так? Нет, к сожалению, не могу. Ладно, друзья, посмотрим, как работают вот эти вот зверюшки. Класс, давайте посмотрим. Так, первый пошел. Ого, как быстро, просто мой нос допрыгнул, вы представляете? Друзья, а может быть это кто-то из моих подписчиков мне подарил таких животных? Я в восторге, просто в бешеном. Ладно, сейчас мы будем моментально все набирать. Вот это круто, вот это круто. Ой, а монет-то сколько они приносят? У меня уже 101 тысяча монет. Друзья, как это вообще возможно? Напишите мне об этом в комментарии. Это вообще я? Или это сон? Или что это такое? Вы посмотрите, как быстро. Столько монет. Ого! Я могу пройти в следующий мир. Вы представляете? Я его покупаю. Я иду в следующий мир. Я хочу там побыть. Может быть, встречу еще какого-нибудь очень щедрого героя. Так, да, я покупаю. Друзья, я купила мир. Ого, давайте посмотрим. Он розового цвета, он такой модный, такой красивый. Божечки, какая красота. Так, а сколько здесь эти монетки стоят? Ого, они стоят гораздо больше, чем я ожидала. Смотрите. Я собираю просто молниеносно. Класс! Синенький, красненький друг! Я так рада вас видеть! С первого раза, с первой попытки я играю с этими красавчиками и очень быстро набираю золото, монеты и могу купить. Да практически все могу купить. Так, друзья, я пошла покупать. Нет, я куплю новый мир. Я куплю новый мир за 400 тысяч прямо сейчас. И все благодаря моим друзьям, которые мне подарили вот этих вот монстриков. Так, подходим поближе. Нажимаем на Е. И да, это синий мир. Смотрите. И тут есть синие монетки. Я просто уверена, что когда я соберу самую маленькую монетку, это будет невероятное количество. Бум! Это правда! Просто невероятно! 200 тысяч за самую маленькую монетку! Вы шутите, друзья? Вы шутите? Я рада, я в восторге! Привет, привет! Да, мои котики до этого мира даже не добредут. Ну что ж, пойдемте для подписчиков вот эти вот яйца покупать. Надеюсь, что там будут какие-нибудь симпатичные герои. А вы, мои котики, ого, надо котика забирать отсюда, потому что он слишком долго будет это делать. Или это собачка, это собачка, это моя собачка. Так, ладно, помощь,
помощь моей собачке. Вот так. Пойдемте со мной, мои приятели. Это так странно. Я иду с двумя животными 8 и 5 уровня, а с двумя 4000 уровня. Невероятно. Просто невероятно. Так, я иду бегом покупать яйца, покупать новых зверюшек. Ну-ка. Побыстрей! Спасибо, друзья! Я вам искренне благодарна за такой очаровательный подарок. Теперь в этой игре я буду намного быстрее развиваться. Ох, какие у тебя красивые! Золотые! Просто супер! Так, теперь мы поднимаемся, и мы можем себе много чего позволить. Например, сразу яйцо. Ой, даже не знаю, какого уровня. Ого! Это яйцо 1 000 000. Нет, на это мы еще не заработали. А вот на 450 красного уровня яйцо уже заработали. Но это будет нечестно, друзья. Вы только посмотрите, какие здесь есть яйца. 175, 46, 12 и 2. Напишите мне в комментариях, какое мне лучше прикупить. Вот я сейчас куплю вот этот посерединке, посмотрю, какие там зверюшки. А потом куплю то, которое вы захотите. Ну-ка, подойдем поближе, нажимаем на Е. И... ого, какое! Смотрите, коала, друзья, у меня есть коала. И, кстати, эта коала уже 65 уровня. Это мега круто. Конечно, ей далеко еще до 4606 и 4420, но я думаю, что это тоже достойная зверюшка. Ну что ж, друзья, начало в этом замечательном мире Роблокса уже положено. И даже слишком хорошо, чем я ожидала для первого раза. А вы как думаете? Пишите мне в комментарии. А если найдутся друзья, которые подарили мне этих замечательных зверюшек, тоже мне напишите. Я вам передам большой привет. А также не забывайте подписываться на канал Болтушка-Веселушка и жать колокольчик. Встретимся с вами очень скоро!